И снова здравствуйте всем. Вышел на прогулку. Машины летают, трасса рядом. Подкопаю. Вернее, уже подкопал. Сейчас покажу, что нарыл. О, у меня карандаш здесь такой ядреный. Вот что я выкопал сегодня. Батарея, радиатор, секция одна. И так мелочам по мелочам. Грунт позорный. Вон какой. Скальная порода, как что ли, шлак, все в куче. Вот такое местечко здесь. Пошел дальше выгуливаться. Батарея у меня в Балатеке сдохла. МД-4030С. Копает по-черному. Лопата новая. Я уже вчера ее показал всем. Такое у нее лезвие закаленное. Или перекаленное. Сегодня что у нас тут? Ну, то же самое. Ну, пока терпимо. Посмотрим, что дальше будет. Не выключается. Вот у нас жарит сегодня по-черному прям. Караул. Я уже спекся весь. Тут ямка образовалась у меня уже. Глючит телефон. А, перчатки не дает. Даже карандаш землю не берет. Толком. Не хочет. Зато сигнал. А победить не могу. Буду еще заглубляться. Посмотрим, что там в этой лунке спрячется у нас. Моя прогулка продолжается. Вот сигнальчик ядреный прям. И я уже там что-то вижу. Это или труба? Или что-то тяжелое. Сейчас посмотрю. Да. Одной рукой неудобно. Вытащу, покажу. Ну вот, добрался. Это, оказывается, очередной ролик. Фух. Ролик, просто ролик. От транспортерной ленты. Угорел я сегодня, за сегодняшний день. Я уже выгуливаюсь часов 6. С 12 часов. Я тут сигнальчик образовался. Где он? Ё-моё, сейчас переключусь. Все, уже глюч начинаю. Пора завязывать. Хороший сигнал. Там что-то под вид трубы. Может быть, опять ролик. Сейчас беру карандаш свой.
Вот он карандаш. Он шевелится что-то. А что шевелится? Не знаю. Неудобно одной рукой. Ну, сейчас вытрелю и покажу, что там пряталось. Ну вот, друзья, это очередной ролик. Но он не такой, который был перед этим. Тот тяжелее был в два раза. Но это тоже нехилый. Килограмма 4,5 точно в нем есть. Ладно. Еще пошукаю здесь немножко. Вокруг вот этой вот осинки. Час пик. Люди с работы едут. Вон там за дорогой. Все, некогда мне их с ними возиться. А здесь вот так. Речка там. Метров 200, не больше. Все, пошел дальше. Ну что, ребята, к вечеру клев пошел. Вот она. Пока рядышком есть еще что-нибудь. А, вот я утащил уже. О. Опять ногой лезу. Чего не это, не терпешь, ногой надо, ногой. Я уже туда раз загнал стекло. Долго болело. Сейчас копать будем. Ну вот. Что там у нас будет? Made in СССР. Кормит земля-матушка до сих пор. Фу. Ну-ка дальше пойдем. Это одна. Вот рядом вторая. Ну-ка так по порядку и пойдем. Сейчас там посмотрим, что будет. Ну что, пошел процесс. Не могу вывернуть. Могу. Фу. Как хорошо-то с этой лопатой все-таки. Хоть она и заточка у нее там нормальная, но сама лопата колется, крошится. А выворачивает хорошо. Вот один. Вот второй. И вот этот третий. Хорошая ковалочка. Они прям ядреные. 3 килограмма в каждом. Мне кажется, больше. Ну-ка еще пройдем. Это этот же. Не то. Пальто. Все, что ли? Это лопата. Вот тут.
по-моему. Да не по-моему, что-то похоже еще на один ролик. Ну что-то какой-то он длинный. Видите, друзья, как? Сейчас я попробую встать на ломик. Чего-то у меня не получается. Труба, наверное, это, а не ролик. Или большой ролик. Ладно. Выкорчевывать буду. Корчевать. Треливать. Доставать. Изымать из-под земли. Служу Советскому Союзу. Ладно, поперли дальше. Это вот такая труба. А нет, это непонятно. Ролик это средний, по которому лента основная шла. Не боковой. Ну и вот он. Он легкий. Направляющий тяжелее. Ну тоже в копилочку пойдет. Груздяка попался. Вот такой. Но я его брать не буду. Сухой гриб. Сухой грусть. Улетел. И ему хана. Да я бы не сказал, что хана, он просто высох. А нет, все, финиш ему. Ух! И нет больше его. Ну вот я, наверное, и закончил на сегодня. Вот такой закат был красивый. Тут дома, 10-этажки, а тут пусты. Итого я вечером порыбачил здесь. Вот нарыбачил. Вон еще уже один каточечек. Ну, в среднем, если считать по 5 килограмм, 20. Килограмм 25 здесь насобиралось. Все. Сейчас под кустик ложу и домой пошел. А утром сдам.